А бабушкина сестра в 44-м пропала без вести. Как будто ты одна такая. У меня в семье до сих пор хранится похоронка на прадеда. А у меня прабабушка в годы войны медсестра в госпитале работала. А у меня тоже на войне родные погибли. Вот видите, мы не знали этой войны, но она прошла через наши семьи. Вы помните, сколько людей погибло тогда? В этих было больше 20 миллионов. Вроде бы, а ты вдумайся в эту цифру. Ведь многие были чуть постарше тебя.
и до смерти.